Дорогие друзья, мы начинаем второе отделение. И на экране Сергей Никитин. Привет, народ. Поздравляю всех с днем рождения Юры Висбора. Сейчас я хочу вспомнить счастливый момент. Юра пригласил меня в качестве композитора в фильм об экспедиции Дмитрия Шпаро на Северный полюс. Специально для этого фильма была написана песня «Полярная звезда». Вы теперь к разлукам привыкаете, пуританству телеграфных строк. Вы теперь, пожалуйста, на карте отыщите малый островок. Там к своей мечте сквозь вьюги пламя мы шагаем в бесконечных льдах. Там звезда высокая над нами, синяя полярная звезда. Там звезда высокая над нами, синяя полярная звезда. Лыжами истории касаясь и в руке зажав меридиан, одиночество спасаем этот ледовитый океан. Убегают тучи временами, и маяк нам виден иногда. Прямо впереди, совсем над нами, синяя полярная звезда. Синяя полярная звезда. Мы вернемся поздно или рано, на вершине встанем в тесный круг. Здесь материки и океаны круто опускаются на юг. Старой нашей дружбе не забыться, теперь над нами навсегда гордо будет в облаках светиться синяя полярная звезда. Гордо будет в облаках светиться синяя полярная звезда. А сейчас мы приглашаем на эту сцену неоднократного лауреата фестиваля «Распахнутые ветра» Ирину Клейман. Ночью вершины светятся, лес на Донбасса то. Кто зовет? Дождь.
света звезд. Звякает полночь струнами, гаснет огонь в печи. Браво! Это была сладкоголосая Ирина Клейман. Настоящая мужская дружба многие годы связывала Юрия Висбора и Аркадия Мартыновского, который 37 лет отдал работе в ракетно-космической корпорации «Энергия». Аркадий Леонидович в этом году не смог быть на нашем концерте, но как бессменный зритель и незаменимый помощник в организации всех концертов, которые проводились в день рождения Юрия Висбора, он мысленно и душой сейчас с нами. Песню посвящения Аркадию Леонидовичу Мартыновскому исполнит ведущий творческой мастерской и член жюри фестиваля «Распахнутые ветра» Григорий Донской. В Аркашиной квартире живут чужие люди. Ни Юли, ни Аркаши давно в тех стенах нет. Там также не сижу я с картошечкой в мундире. И вовсе не Аркаши горит на кухне свет. Неужто эти годы прошли на самом деле, пока мы разбирались, кто теща, кто свекровь, куда же мы глядели, покуда все галдели и бойко рифмовали слова любовь и кровь. В Аркашиной квартире бывали эти рифмы не в виде сочинений, а в виде высоты. Там даже красовалась неясным логарифмом абстрактная картина для общей красоты. Нам это все досталось не в качестве наживы, и был неповторимым наш грошевой уют. Ах, слава Богу, братцы, что все мы вроде живы, и то, что мы имели, уже не украдут. Мы были так богаты своей и общей болью, наивною моралью, желанием петь да петь. Все это оплатили любовью мы
кровью. Не дай нам Бог, ребята, в дальнейшем обеднеть. В аркашной квартире все бродят наши тени. На кухне выпивают и курят у окна. Абстрактная картина судеб переплетений. И так несправедливо, что жизнь у нас одна. Это был Григорий Донской. В этом году весь мир отмечал 60-летие полета Юрия Гагарина в космос. Тему космоса в творчестве Юрия Висбора продолжает Александра Гладкова. Ей помогает Артем Гузанов. В кабинете Гагарина тихо, тихо-тихо часы не идут. Где-то вспыхнул тот пламенный вихрь и накрыл облаками звезду. Где-то тихо пройдут экскурсанты, где-то грянет за шторы луна, и висит невесомым десантом неоконченная тишина. Но Гагарин покоя не ведал, жил он в грохоте мощных ракет. И победы, и горькие беды он встречал со штурвалом в руке. И всех тех, кто порвал с тишиною, кто по звездной дороге пошел, он их вел за своею кормою, хоть и маленький, но ледокол. Я над краем стола наклоняюсь, словно в пропасть без края гляжу. Улыбаюсь я и удивляюсь, и нахлынувших слез не стыжусь. Стены молча смотрят портреты, лунный глобус застыл на столе, и соборы стоят, как ракеты, на старинной смоленской земле. Снова тянет сырыми лугами, звездный город стихает во мгле. Потому что грохочут рассветы, просыпаются в гимнах поля. Ну, впрочем, вам ли рассказывать это человеку с планеты Земля? Впрочем, вам ли рассказывать это человеку с планеты Земля? Спасибо. Александра является тоже продолжателем знаменитой фамилии Гладковых. Помогал ей в этом Артем Гузанов. А знаете, какой первой песней, прозвучавшей в космосе, была на самом деле? Какая композиция? Вот вы никогда не догадаетесь. Это была песня Юрия Висбора «Домбайский вальс». И это исторический факт. Космонавт Александр Иванченков каким-то образом пронес на «Салют-6» гитару производства Московской мебельной фабрики, единственный инструмент, выдерживший перегрузки при взлете. На сцене Андрей Крамаренко с песней «Домбайский вальс». Лыжи у печки стоят, гаснет закат за горой. Месяц
кончается март, скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и окончился круг. Помни, сходись, скучай. Снежные флаги разлук вывесил старый Донбай. Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти? Нам надо песню допеть, нам надо меньше грустить. Снизу кричат поезда, правда, кончается март. Ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. Снизу кричат поезда, правда, кончается март. Ранняя всходит звезда, где-то лавины шумят. Это был Андрей Крамаренко. Несмотря на то, что сегодня аура героизма и романтики вокруг профессии космонавта не так ярка, как несколько десятилетий назад, эта работа не перестала быть тяжелой и опасной. А песни Юрия Висбора и сегодня помогают нашим космонавтам нести свою нелегкую вахту. С нами на связи с МКС космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров. Здравствуйте! Мы рады приветствовать зрителей и участников концерта в день рождения Юрия Висбора. С праздником! Надо вам сказать, что мы всегда берем на Международную космическую станцию частицу нашего земного дома. Вот и сейчас у меня с собой игрушка моей дочери, котенок по имени Гав. Он уже успел поработать у нас индикатором невесомости на корабле «Союз». А я взял с собой мягкую игрушку, сделанную руками моей племянницы Катерины. Тоже котенок. Юрий Висбор дружил с космонавтами. И особенно крепкая дружба его связывала с Валерием Рюминым. Когда Валерий Викторович находился на орбите, Висбор часто приезжал в центр управления полетами, чтобы пообщаться с другом, поддержать его, спеть новые песни. Однажды он его спросил: «Валера, а что тебе помогает преодолевать трудности там, в космосе?» Валерий ответил: «В полет я всегда с собой беру ключи от дома». Вот так родилась известная песня. И пусть сейчас она прозвучит. Когда-нибудь, страшно подумать, когда сбудется день иной, когда мы, дружище, вернемся туда, откуда ушли давно, тогда мы пробьемся сквозь полчища туч и через все ветра. И вот старый дом открывает наш ключ, бывавший в других мирах. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди, достичь рубежа неземного, который легко достигался, когда в молодые года, когда в молодые года. Обнимем мы наших любимых подруг, скинем рюкзак с плеча, в забытую жизнь, в замечательный круг бросимся сгоряча. Там август, как вилы, вонзает лучи теплым
облака. Там тянут речные буксиры в ночи, на длинных трассах закат. Когда мы вернемся, разлуку изъяты из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади. Но может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года. Нами пойдут дальше, чем мы с тобой, а нам оставаться по-прежнему тут. Что ж, отгремел наш бой. Но если покажется путь невезуч и что на покой пора, не даст нам покоя ни память, ни ключ, бывавший другим мира. Когда мы из груди, мы вам улыбнемся, мы скажем, что все позади, и вряд ли удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года. Когда мы вернемся, разлуку изъяв из груди, мы скажем, что все позади. Но может удастся нам снова достичь рубежа неземного, который легко достигался тогда в молодые года. Тогда в молодые года. Песню Сергея Никитина на стихи Юрия Висбора исполнили неоднократные лауреаты фестиваля «Распахнутые ветра», участники ансамбля КСП «Надежда» Дмитрий Матюшин, Елена Жилина, Екатерина Сергеева, Анна Рябцева, Татьяна Казакова, а помогал им Михаил Альтшулер. А мы сердечно благодарим генерального конструктора ракетно-космической корпорации «Энергия», летчика-космонавта, дважды героя Советского Союза Владимира Алексеевича Соловьева за организацию съемки с нашими космонавтами. Давайте поблагодарим бурными аплодисментами. А завершает тему отечественного ракетостроения Дмитрий Богданов. Вот 2 недели тому назад отмечался день рождения Пушкина. И все филологи в очередной раз нам рассказывали, как Александр Сергеевич повлиял на русский язык. Но, дорогие друзья, а как Юрий Иосифович повлиял на русский язык? Последите за своей ежедневной речью. Как часто вы используете фразы, какие-то строчки из песен Висбора? А фраза «Мы впереди планеты всей» произносится нынче любым гражданинам нашей Родины, даже тем, кто никогда не слышал эту песню. Но вы-то эту песню знаете, поэтому споете ее вместе со мной. Рассказ технолога Петухова о его встрече с делегатом форума. Сижу я как-то, братцы, с африканцем, а он, представьте мне, и говорит: в России, дескать, холодно купаться, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю, мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области по лету мы впереди планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом мы с ним ударили по 300, а он, представьте мне, и говорит: в российских селах не танцуют твиста, поэтому здесь неприглядный вид. Зато, говорю,
мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области по лету мы впереди планеты всей, мы впереди планеты всей. Потом залили это все шампанским. Он говорит: вообще ты кто таков? Вот я, наследник африканский, а я технолог петухов. И это я вам делаю ракеты, перекрываю Енисей, а также в области по лету я впереди планеты всей, я впереди планеты всей. Проникся, говорит он, лучшим чувством, открой, говорит, весь главный ваш секрет. Пожалуйста, говорю, советское искусство в наш век, говорю, сильнее всех ракет. Но все ж мы делаем правильно и перекрыли, точно, а также в области. Ну чего ж еще? Мы впереди планеты всей, мы впереди планеты. Зато мы делаем ракеты и перекрыли Енисей, а также в области по лету. Мы впереди планеты всей, мы впереди планеты всей. Спасибо, Дмитрий Богданов. Сегодня нам хочется вспомнить участника практически всех концертов, посвященных дню рождения Юрия Висбора, Валерия Чечета. Он ушел от нас в декабре 2019 года, но жизнь продолжается и на сцене Надя Чечет. Она специально прилетела для участия в сегодняшнем концерте из Нью-Йорка. Поприветствуем, Надя Чечет! Мне твердят, что скоро ты любовь найдешь и узнаешь с первого же взгляда. Мне б хотя бы знать, что где-то ты живешь, и клянусь, мне больше не надо. Мне хотя бы знать, что где-то ты живешь, и клянусь, мне больше не надо. Снова в синем небе журавли трубят, я брожу по краскам листопада. Хотя бы мельком повидать тебя, и клянусь, мне большего не надо. Мне хотя бы мельком повидать тебя, и клянусь, мне большего не надо. Дай мне руку, слово для меня скажи, ты моя тревога и награда. Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь, и клянусь, мне большего не надо. Мне б хотя бы раз прожить с тобой всю жизнь. Мне большего не надо. Надя Чечет, браво! А
А сейчас на эту сцену выйдет наша следующая гостья из Казани. Заслуженная артистка Республики Татарстан Юлия Зиганшина. Одинокий гитарист в придорожном ресторане, черной свечкой кипарис между звездами в окне. Он играет и поет, сидя будто в черной раме. Море черное за ним при прожекторной луне. Наш милейший рулевой на дороге нелюдимой. И, страдав без сигарет, сделал этот поворот. Ах, удача, боже мой, услыхать в стране родимой человеческую речь в изложении нежных нот. Ресторан полупустой, две танцующие пары. Два дружинника сидят, обеспечивая мир. Одинокий гитарист с добрым генделем на пару поднимают к небесам этот маленький трактир. И витает, как дымок, христианская идея, что когда-то повезет, если вдруг не повезло. Он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом. Ах, как трудно будет нам, если мы ему поверим. С этим веком наш роман бессердечен и нечист, но спасает нас в ночи от позорного безверия. Колокольчик под дугой, одинокий гитарист, но спасает нас в ночи от позорного безверия. Колокольчик под дугой, одинокий гитарист. Заслуженная артистка Республики Татарстан Юлия Зиганшина. В течение последних 9 лет бессменным председателем жюри фестиваля «Распахнутые ветра» был Юрий Лорос. И, как говорится, то, что отцы не допели, мы допоем. На сцене Либи Лорос, Софья Лорос-Гурфинкель, Елена Гурфинкель и Эдуард «Без Отечества». Аккомпанируют им прекрасные музыканты Алексей Сидоров и Михаил Альтшуллер. Песня Юлия Висбора «Многоголосие» и картины, написанные Юрием Иосифовичем. Голоса его и звоны.
покой в его лесах, как в них черны влажные реки. Какие храмы в небесах, над ним возведены навеки, и происходит торжество в его лесах. Либи Лорес, Софья Лорес, Гурфинкель, Елена Гурфинкель, Алексей Сидоров, Михаил Альтшулер и Эдуард Без Отечества. Спасибо! Почетный гость фестиваля «Распахнутые ветра» имени Юрия Висбора, музыкант и аранжировщик Константин Тарасов. По прекрасному Чирлёнису, иногда по Остроухову, общались мы с одной знакомою на машине «Жигули». Заезжали в Левитана мы в октябре его пожухлые. Направлялись мы к Волошину, заправлялись как могли. Заезжали в Левитана мы в октябре его пожухлые. Направлялись мы к Волошину, заправлялись как могли. По республике Цветаевой, через область Заболотского, с нами шла высоковольтная акуджавская струна. Поднимались даже в горы мы, покидая землю плоскую, между пиком Барда Пушкина и вершиной Пастернак. Некто Вольфганг Амадеевич слал нам ноты из-за облака. Друг наш Николай Васильевич улыбался сквозь туман. Слава Богу, мы оставили топь сафроновскую по боку и заезжий двор Ашанина и пустыню Налбандян. На последнем переходе мы между Грином и Волошиным возвели шатер брезентовый, осветив его костром. И собрали мы сторонников рифмы, кисти и мелодии. И, признаться, тесно не было нам за крошечным столом. И собрали мы сторонников рифмы, кисти и мелодии. И, признаться, тесно не было нам за крошечным столом. По прекрасному Чурлёнису, иногда по Остроухову.
Спасибо. Константин Тарасов. Спасибо, друзья. На сцену приглашается почетный гость фестиваля «Распахнутые ветра», прекрасная исполнительница, дающая новую жизнь песням известных бардов, Галина Хомчик. Увы, мои друзья, уж поздно стать пилотом, балетною звездой, художником вдали, но можно сесть в авто с разбитым катафотом, чтоб повидать все то, что видится вдали. И так мы просто так летим по поворотам, наивные гонцы высоких скоростей. На миг блеснет авто с разбитым катафотом в серебряном шару, росинки на листе, а может приступить к невиданным полетам, и руль легко идет к коленям, как штурвал, и вот летит авто с разбитым катафотом там, где еще никто ни разу не летал. До солнца долететь и возродиться вновь. Вот дом мой, вот авто с разбитым катафотом, вот старые друзья, а вот моя любовь. Но я спускаюсь вниз, пардон, сигналит кто-то, мне левый поворот на стрелку и домой. Вплетается пегас с разбитым катафотом в табун чужих коней, как в старое ярмо. Увы, мои друзья, уж поздно стать пилотом, балетною звездой, художником вдали. Но можно сесть в авто с разбитым катафотом, чтоб повидать все то, что видится вдали. Браво! Прекрасная Галина Хомчик и замечательные музыканты Александр Прокопович, Александр Байдаков и Александр Желобкович. А на экране видео поздравления Дмитрия Антоновича Сухарева. Ему аккомпанирует Вадим Козлов. Танька Визбор и Анька Визбор, это вы, дорогие, вы осеняли щенячьим визгом ночи Визбора и Москвы. И мелодия тихая-тихая вдруг являлась из тьмы ночной. И отец табачком попыхивал и посапывал над струной. И мелодия тихая-тихая вдруг являлась из тьмы ночной. И отец табачком попыхивал и посапывал над струной. Все, что Визбор у музы вызнал, все, что вызнав, отдал словам,
Анна Визбор, Татьяна Визбор, это вам, дорогие, вам. И мелодии нежность дикая, это вам от отца привет. Ходят ходики нежно тикая, и забвенья на свете нет. Старый хрыч с животом отвислым, я брожу, как понурый пес, а завижу девицу Визбор, омолаживаюсь всерьез. И мелодия тихая, тихая, давний дар святый ночной, снова вспыхивает и вспыхивает над Москвою и надо мной. И мелодия тихая, тихая, давний дар суеты ночной, снова вспыхивает и вспыхивает над Москвою и надо мной. Снова вспыхивает и вспыхивает над Москвою и надо мной. И стихотворение Юрия Визбора, посвященного Нине Тихоновой Визбор. «И описать не в состоянии перо твое великолепие и добро. Глава семьи, замечу вновь, не я, не ты, не свекровь, главой семьи является любовь». Нина Филимоновна много лет подряд патронировала фестиваль «Распахнутые ветра», поддерживала его, помогала в организации, была постоянным почетным гостем фестиваля. К сожалению, песня, посвященная ей, сегодня не прозвучит. Но мы поприветствуем на сцене других участников. В одной песне Юрия Визбора есть такие строчки. «Смотри-ка, моя дорогая, к нам радуга в гости. Приглашаем на сцену лауреатов фестиваля памяти Юрия Визбора «Распахнутые ветра», ансамбль «Радуга» и ансамбль «Голоса друзей» из города Осташков Тверской области. Солист Владислав Михайлов. Распахнутые ветра снова в наши края стучатся к синеглазым своим горам. Не пора ли нам возвращаться? Ну а что нас ждет впереди? Вон висят на чаше долины не пролившиеся дожди, притаившиеся лавины, не пролившиеся дожди, притаившиеся лавины. Снова ломится в небо день, колет надвое боль разлуки, и беда неизвестно где потирает с просонья руки. Ты судьбу свою не суди, много раз на дорогу хлынут не пролившиеся дожди, притаившиеся лавины, не пролившиеся дожди, притаившиеся лавины. Звезды падают нам к ногам, покидаем мы наши горы, унося на щеках нагарь не разбившихся метеоров. Так живем и несем в груди по
московским мытарством длинным, не пролившиеся дожди, дожди, притаившиеся лавины, не пролившиеся дожди, дожди, притаившиеся лавины. Ансамбль «Радуга» и ансамбль «Голоса друзей» из города Осташков Тверской области. А мы приглашаем на сцену всех участников фестиваля. Мы от всей души благодарим всех участников концерта, руководителей проекта «Имена на все времена», зал соборов Храма Христа Спасителя за гостеприимство и режиссера видеоряда Игоря Каримова. И, конечно же, всех вас, наших прекрасных и дорогих зрителей. Особая благодарность и отдельное спасибо за постоянную многолетнюю поддержку межрегионального молодежного фестиваля «Распахнутые ветра» губернатору Тверской области Игорю Михайловичу Рудене и главе Осташковского городского округа Алексею Алексеевичу Титову. Мы благодарим оргкомитет фестиваля «Распахнутые ветра». Комитет по делам молодежи Тверской области. Государственное учреждение областной молодежный центр Тверской области. Отдел культуры администрации Осташковского городского округа. Муниципальное учреждение районный дом культуры. И на эту сцену я хочу пригласить автора сценария и режиссера сегодняшнего концерта, президента фонда памяти Юрия Висбора Татьяну Висбор. Господи, если бы вы знали, как я вам всем благодарна. Спасибо. Я даже шпаргалку написала, потому что боюсь сбиться. Мне хочется каждого вас, из вас назвать по имени и каждому сказать спасибо. Я многие имена знаю, и многие знают мое имя. И они знают, что я про них сейчас говорю, и про них думаю. И я чувствую постоянную вашу поддержку. В последнее время мне так часто пришлось говорить и слышать фразу «жизнь внесла свои коррективы», что сегодняшний вечер и вообще то, что он состоялся, это просто чудо. У меня есть еще, если можно так сказать, неоспасибленные. Дело в том, что я хочу, конечно, передать большой привет, мою признательность и благодарность друзьям Юрия Висбора, его горячим фанатам и поклонникам. И я могу сказать, что они собрались не только в этом зале. Сегодня они были и в дворике Юрия Висбора на Сретенке. Миша Дееву огромное спасибо, который этот дворик ведет очень многие годы. Спасибо ребятам, которые совершенно бескорыстно нас сегодня снимают, как говорится, для истории. Но это все будет выложено на сайте в Ютубе обязательно, весь концерт. Спасибо Пете Трубецкому за подготовленные видео. Спасибо Маше Плужниковой и Лене Смехову, которые только вчера узнали, что они ведущие. Наш вечер подошел к концу, но мы не прощаемся с вами. Мы очень надеемся, что фестиваль «Распахнутые ветра» пройдет традиционно, как космонавты говорят, в штатном режиме. И пройдет он на Селигере с 19 по 25 июля, где нас с вами встретят «Распахнутые ветра» Юрия Висбора. Спасибо. Спасибо вам. Всем нашим встречам разлуки, увы, суждены. Тихо и печален ручей у янтарной сосны. Пеплом несмелым подернулись угли коста. Вот и окончилось все, расставаться пора. Милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною? Милая моя, солнышко лесное, края, встретишься со мною. Крылья сложили палатки, кончен полет. Крылья расправил искатель разлук самолет. И по
потихонечку пятится трава крыла. Вот уж действительно пропасть между нами легла, милая моя, солнышко лесное, где в каких краях встретишься со мною, милая моя. Со мною не утешайте меня, мне слова не нужны. Небо отыскать тот ручей у янтарной сосны. Вдруг сквозь туман там краснеет кусочек огня. Вдруг у огня ожидает, представьте меня, милая. Чтобы сначала начинается судьба у бетонного причала, у последнего столба. Здесь вдали остались бури, здесь блеска уже близка, здесь косынку голубую я прищурившись искал. И забудутся едва ли эти несколько минут. Здесь меня когда-то ждали, а теперь уже не жду. Я схожу себе по трапу, независимый моряк. Но все время призывают отдаленные моря. Все куда-то уплывают, выбирают якоря. Так и мы от чьих-то судеб, как от пирса отошли, так от нас уходят люди, словно в море корабли. До свидания, дорогие. Спасибо! Огромное спасибо! И до встречи на фестивале «Распахнутые ветра» Юрия Висбора на Селигере!